Сегодня в Москве проходили соревнования среди женщин Кубок мэра Москвы. Меня зовут Шибалова Ариадна, я представляю Санкт-Петербург. Сегодня мы проходили отборочный этап в личном зачете. Я прошла следующий тур, буду бороться за Санкт-Петербург и буду участвовать в командном этапе. Сколько соперниц команд было сегодня? Насколько была трудная конкуренция? Ну, конкуренция, конечно, была трудная, пока она не очень ощущается, потому что это только отборный этап. Команд достаточно много, приехали из разных городов, но также там присутствуют и младшие девушки. Финал пройдет в Коломенском. Я знаю, что сейчас идет среди взрослых тоже отборочные соревнования. Как готовитесь к этим важным стартам? Как к финалу готовитесь морально, психологически, физически? Ну, психологически, конечно, мы стараемся настраивать сами себя, и тренера нас настраивают. Также мы стараемся тренироваться вечерами, настраиваем себя на хорошую игру. Все-таки достаточно интересный, но тяжелый в то же время вид спорта. Я знаю, что 4-килограммовые биты и достаточно сложно их кидать. Почему выбрали именно городки? Чем нравится вам этот спорт? На самом деле, я считаю, что важно поддерживать традиции своей страны. Я вообще считаю, что городки – это достаточно красивый вид спорта. Я еще параллельно занимаюсь художественной гимнастикой. И мне кажется, интересно совмещать два этих непохожих вида спорта. Шансы на победу? Ну, не знаю, на главных стартах в финале ваши лично ощущения? Я, конечно, стараюсь настраивать себя на победу, но все-таки считаю, что это нелегко и есть конкуренция. Поэтому посмотрим.